Хоккейный клуб «Чебоксары» завершил игровой сезон товарищеским матчем с казанским «Барсом». Спортивное мероприятие на Чебоксары-арене началось с грандиозного шоу, в котором приняли участие игроки обеих команд. Яркие и зрелищные моменты игры не оставили равнодушными 5500 зрителей. Страсти кипели и на зрительских трибунах, и на льду. Не обошлось без травм. Игрок под 74-м номером Сергей Иванов был госпитализирован с повреждением челюсти. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу «Барса». Национальное телевидение «Чуваши» вело непрерывную трансляцию матча. Повтор игры можно увидеть в нашем эфире уже в майские праздники.